Сегодня Дмитрий Жариков вручил жительнице нашего города Инге Пожалуйстиной почетную грамоту за храбрость и мужество, проявленные при спасении утопающего. Напомним, в эти выходные Инга помогла выбраться из воды 9-летнему мальчишке, который провалился под лед на Ногинском пруду. Она оказалась в нужном месте в нужное время. Женщина не испугалась ринуться спасать ребенка. Вытащила, укутала в свою теплую одежду и отвела домой к родителям.